Самое главное, приветствую вас, участников первого Всероссийского общественного форума Государственно-патриотических сил России. Государственно-патриотических сил России, государственный патриотизм, программа действий проводится по инициативе общероссийских межрегиональных общественных организаций, государственно-патриотического и народно-патриотического направления, в том числе Фонда содействия обеспечению национальной безопасности «Отчизна», Народно-патриотического объединения «Родина», Общероссийского офицерского собрания, Патриотического движения «Братский союз», Союза военных моряков, Общественного союза гражданского общества, Союза офицеров России, Совета ветеранов Черноморского флота. И кроме того, в форуме принимают участие представители около 200 общероссийских, межрегиональных и региональных организаций и 64 субъектов Российской Федерации. Цели форума – сбор представителей общественных организаций, способных на местах координировать действия по вхождению актива патриотических сил во властные структуры, формированию реального народовластия в местном самоуправлении для решения существующих в регионах проблем. Второе. Мобилизации здоровых и созидательных патриотических сил во всех регионах России, их консолидации и переход от критики ситуации в стране к выработке, обсуждению, принятию и реализации конкретной программы социально-экономического развития России, укрепление социокультурной самобытности нашей страны, ее политической независимости, обороноспособности и конкурентоспособности. Задачи форума – обсуждение концепции стратегии цивилизованного развития России, конструктивных идей и предложений в проекты стратегии развития регионов, принятие плана действий государственно-патриотических организаций на 2013 год, в том числе по проведению Общероссийского народного собрания, формирование Координационного центра государственно-патриотических сил России, постановка задач перед участниками форума по участию региональных организаций государственно-патриотического направления в выборах в региональные и местные органы власти путем выдвижения и поддержки достойных кандидатов-патриотов и включения в конкретную работу с избирательными комиссиями, кандидатами и избирателями. Принятие обращения в адрес президента Российской Федерации с одобрением курса на формирование в стране государственно-патриотической идеологии, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, подрождению русской культуры и воспитанию гражданско-патриотического сознания у населения. Принятие резолюции, требующей отказа руководства страны от либерального курса, ведущего Россию к дальнейшей деградации, развалу. Также осуждение действий различных деструктивных сил, препятствующих суверенному развитию России. Главный лозунг Всероссийского общественного форума государственно-патриотических сил – государственный патриотизм, программа действий. Честь, Родина, патриотизм. Уважаемые коллеги, разрешите мне
представить организаторов нашего форума. Общероссийское офицерское собрание, председатель Высшего офицерского совета России, генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич. Общественный совет гражданского общества, председатель Обрежев Вячеслав Васильевич. Общероссийское народно-патриотическое объединение «Родина», председатель президиума Лапидус Вячеслав Михайлович. Союз военных пенсионеров, председатель Савинов Вячеслав Николаевич. Союз военных моряков, председатель. Патриотическое движение «Братский союз», председатель правления Кремлев Умар Назарович. Совет ветеранов Черноморского флота, председатель Амелин Вячеслав Васильевич. Центр военно-гражданского взаимодействия, Евтушенко Игорь Захарович. Союз офицеров России, председатель Терехов Станислав Николаевич. Ведение форума организационный комитет предлагает поручить рабочему президиуму в составе Петров Владимир Петрович, ваш покорный слуга, председатель оргкомитета, Пименов, заместитель председателя оргкомитета, и Евдокимов Александр Александрович, заместитель председателя оргкомитета. Будут другие предложения? Да. Пожалуйста, рабочий президиум, прошу занять свои места. Президиум поручает ведение форума заместителю председателю оргкомитета Пименову Ивану Николаевичу, офицерское собрание России. Дорогие соратники, оргкомитет предлагает следующий порядок работы форума. Доклад от имени оргкомитета «Государственный патриотизм. Программа действий» председателю оргкомитета Петрову Владимиру Петровичу до 25 минут. Выступление представителей организаторов форума до 10 минут. Выступление участников форума. Вот здесь нужно с вами посоветоваться. Можно два варианта решения. Первое. До 3 минут общее количество выступающих в пределах будет 14-15 человек, исходя из регламента времени. И до 5 минут в этом случае количество выступающих снижается до 9 человек. Поэтому как примем решение, так и будем работать. Потому что, вы понимаете, регламент времени у нас ограничен. Прошу вашего решения с точки зрения времени для выступления. 3 или 5 минут? 3 минуты. Уважаемые коллеги, давайте так. Значит, сделаем промежуток, как предлагают. 4 минуты без превышения лимита. Согласны? Прошу проголосовать. 4 минуты без... 4. Ну, я думаю, все прекрасно понимают, потому что приехали люди с регионов и желают высказаться, но и просьба, естественно, конкретно. Мы сегодня обсуждаем не теоретическую часть, а именно конкретное предложение с точки зрения решения тех задач, которые поставлены, стоят перед форумом. Завершение работы форума 14:30. Значит, затем открывается собрание, съезд, учредительный съезд Общероссийского общественного движения «Честь и Родина». Вы знаете, в соответствии с решением, которое было принято на офицерском собрании, кто здесь присутствовал, что мы учреждаем общественно-политическое движение. И закрытие съезда 15:30. Вот такой вот регламент работы.